Ну что, мои дорогие друзья, у нашей Светочки сегодня прошел ровно месяц после операции. Я смотрю, Светочка у нас уже подготовилась к сегодняшней встрече, она уже покрасила волосы. Но, скажу честно, я, конечно же, разрешила это сделать, потому что возможность это появляется как раз, когда проходит 3-4 недели после операции. Тут немножко, я так знаю, Ванечка изменил нам цвет волос, да, наш стилист замечательный. Светочка, ну расскажите нашим подписчикам о всех ощущениях, вот, которые сейчас вас наполняют. Расскажите, пожалуйста. Ну, как бы первое, да, это то, что когда женщина идет на такую операцию, да, ну, первый, конечно, один из страхов таких, насколько сильно изменится лицо. Да, это самый важный такой момент, да, и все боятся этого. Потому что тут где-то что-то там вот это потянуло, там что-то вот лицо, потому что иногда люди не узнавали. У меня вообще не изменилось лицо ни капельки. Вот просто стала моложе. Вот это вообще просто. Всего лишь на 10 лет моложе. Всего лишь, да. Ничего вообще не изменилось. Некоторые люди просто видят, что я стала свежее, и даже не понимают, что со мной. То есть вот никаких изменений. Потом один из страхов, конечно, это уши. Ушки, мочки, друзья мои, да, мы как раз очень много говорили про мочечки, и вот хотим вам показать. Светочка, расскажите о своих ощущениях, вы же много видели разных пациентов, и знаем, о чем говорим, да? Не видно вообще, то есть ушки, вот ушки нормальные, живые, красивые, прекрасно. Как будто вообще там ничего не делается. Мочечки у нас стоят на месте, они никуда не денутся. Но сегодня, дорогие мои, я хочу сказать, в общем-то, про реабилитацию, да? Потому что прошел месяц, и все спрашивают, безусловно, а что же делать, что сделать, чтобы вот эти рубчики, они были менее заметны. Светочка, как раз у вас толстая кожа, и для вас оптимальный будет вариант уже сейчас начать некую такую небольшую шлифовочку, да? Как раз в область вот этого рубчика перед ушком, друзья мои, посмотрите, он немножечко такой слегка розоватый, имеет оттенок, вот чтобы побыстрее все эти нюансы прошли, мы как раз прибегнем к шлифовочке. Сегодня уже можно. Друзья мои, посмотрите на шовчики вот здесь вот, в волосистой части головы, Светочка, уже как раз у вас растут волосики, тут еще корочки небольшие у нас есть, их можно аккуратненько отмывать, но я считаю, что рубчик здесь практически приближен к идеальному. Вот скажите здесь про височек тоже, да, еще корочки, Светочка, аккуратненько тоже их можно отмывать, но вот здесь он тоже имеет розовый оттенок, мы сюда можем также сегодня лазером немножечко стрельнуть, как я говорю, да? Но да. Это такой момент, он не обязательный, но возможный. Для вас мы сегодня как раз приготовили эту возможность, да? Друзья мои, ну что, пойдем на реабилитацию? На реабилитацию. Пожелайте нам удачи. Я считаю, что эффект достигнут, да, Светочка? Да.